Свой Сабантуй и Батыры. Сегодня в Набережно-Челнинском IT-парке в финальную борьбу вступят предприниматели. Их разработки были отобраны в ходе экспедиции «Стартап Сабантуй» по регионам страны. Теперь проекты предстанут на суд экспертов, представителей российских и мировых инвестиционных венчурных фондов. В прошлом году победители получили серьезную финансовую поддержку свыше 2 миллионов долларов. На этот раз в конкурсе участвуют 26 команд разработчиков из Уфы, Новосибирска, Томска. Среди проектов – социальные сети для врачей и пациентов, оплату услуг ЖКХ с помощью отпечатков пальцев и сервис для тех, кто работает с госзакупками и тендерами.